Землетрясение силой 2-3 балла произошло накануне в Алматы. Подземные толчки сейсмологи зафиксировали на северо-востоке границы с Кыргызстаном. Эпицентр находился в районе Кальсайских озер. Там специалисты касс телезащиты никаких деформаций и трещин не выявили. Сейчас обстановка стабильная. В институте сейсмологии говорят, повода для тревоги нет. По их прогнозам, ближайший год для Алматы будет спокойным. Разрушительных толчков не ожидается. А недавние незначительные колебания вреда населению и окружающей среде не несут. Куда большую опасность представляет паника. Поэтому жителям сейсмоактивных регионов нужно при себе иметь тревожный чемоданчик и не забывать о правилах поведения в экстренных случаях, говорят эксперты. Еженедельно даем заключение в директивные органы и указываем, конечно, класс. Например, магнитуды 5,5 мы не даем, потому что это мелкие толчки, которые часто происходят на территории города Алматы. Поэтому люди должны пережить мелкое землетрясение и всегда быть наготове.